Добрый день. Что у нас творит? Поприветствуем наших гостей. Привет. Thanks for being here. Отсюда. На душе. Есть хитрый прием, очень классная штука. Ну, его нужно приловчиться делать. На самом деле он заканчивается. Раз, раз. И самое интересное, здесь никто не терпит его. But wait, now he... No power for him. Тазом не может подбивать, да? Он не может двигаться. Что таз будет. No. Here, see? We can't come on. Here. Tight. Here. Я с самого детства увлекался российской историей. Восхищался русскими, которые участвовали, например, при битве за Сталинград. Когда приехал первый раз в Россию, я не ожидал, что буду чувствовать себя как дома. Чем больше я посещал Россию, тем больше ощущал себя частью этой семьи. И неважно, это Москва или Санкт-Петербург. Везде люди были доброжелательны. Человек не может выбрать место, где он родился. Но человек может выбрать то место, где он чувствует себя своим. Чувствует себя частью семьи. Сейчас, слава богу, идет какое-то там уже изменение тенденции вообще, что там курить это не круто абсолютно, что там выпить и так далее, там это тоже не круто. То есть гораздо круче быть там сильным, подтянутым, мочь множество делать каких-то упражнений, может быть на турнике, может быть с мячом, может быть там еще с чем-то и так далее, там хоть на скейте, хоть на чем угодно. Но это здоровый образ жизни, это гораздо интереснее, гораздо, ну, лучше, и не только в того, что у вас будет лучше дышаться, вы будете красивее выглядеть, у вас более здоровый цвет кожи, у вас острее мысль, у вас там, ну, множество других вещей. Не секрет, что люди, прошедшие какую-то спортивную там школу, не какую-то специализированную, я имею в виду, что там, прозанимавшись там год, два, три, пять и так далее, то есть растет у тебя все, включая там и силу воли, там еще что, у людей более стрессоустойчивость потом по жизни к каким-то жизненным ситуациям.